Минусы мобильного телефона, на который снимаешь видео. Когда кто-то звонит, видео прерывается. Эми я уже выпустила обратно, пока поговорила по телефону. Она там начала выпрыгивать с этого бедного вольера. Мне показалось, что ей там не очень комфортно, и я решила ее запустить обратно в домик. И теперь она спряталась. Тоша с Лаймой уже сидят в клетке. Тоша, может, хочешь выйти? Иди сюда. Иди, моя птичка. Не хочешь? Ты уже спать будешь? Надо сюда. Иди ко мне. Тошик, иди сюда. Ну, в общем, это вторая часть видео. Я хотела сказать вам всем пока. И скоро увидимся в следующих видео.